Необычный день, который наверняка порадует яркими, запоминающимися событиями. Он обещает удивительные встречи, какие-то особенно приятные знакомства. Очень разным людям легко будет найти общий язык. На смену давней неприязни может прийти взаимная симпатия. Вероятны перемены в отношениях с близкими. Сегодня никому не захочется ссориться из-за мелочей, вспоминать старые обиды или упрямо отстаивать свою точку зрения. Хорошо пройдут любые семейные мероприятия, дружеские встречи и романтические свидания. Овен, вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не исключено, что сегодня вам вернут старый долг или заплатят за давно проделанную работу. Вероятные подарки. Скорее всего, вы получите именно те вещи, которые давно хотели иметь. Стоит обдумать планы на будущее. Станет ясно, чего можно достичь и что для этого нужно предпринять. Легко будет и найти помощников, если вы задумаете что-то важное. Новые знакомства окажутся полезными с деловой точки зрения, откроют перед вами заманчивые профессиональные перспективы. Телец, в начале дня может быть непросто сохранять душевное равновесие. Многие мелкие происшествия в это время будут казаться важными. Но вскоре влияние позитивных тенденций усилится, а настроение улучшится. К тому же новости, которыми поделятся друзья, вселят оптимизм. Вторая половина дня будет благоприятной для поездок. Отправляйтесь в дорогу вместе с близкими, вы отлично проведете время, о многом поговорите. Впрочем, не стоит отказывать и новым знакомым, если они захотят составить компанию. Вероятны приятные сюрпризы, в том числе романтические. Близнецы. Отличный день для общения с теми, кому вы хотели бы понравиться. Сегодня легко будет произвести хорошее впечатление, показать себя с нужной стороны. Ваше обаяние не оставит равнодушными даже людей, которые обычно замечают только чужие недостатки. Отношения, в последнее время складывавшиеся напряженно, станут более гармоничными и непринужденными. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не исключены и дорогие подарки. С покупками лучше не торопиться, не всегда удастся сразу сделать правильный выбор. Рак, день будет очень плодотворным. Стоит заняться делами, которые вы долго откладывали. Сегодня справиться с ними удастся быстро, серьезных затруднений не возникнет. Давние знакомые дадут отличные советы. Прислушавшись к ним, вы сможете избежать досадных недоразумений. Во всем, что касается денег, стоит положиться на интуицию. Возможны очень удачные покупки и сделки, но нужно будет не растеряться, вовремя начать действовать. Порадует общение с давними знакомыми. Найдется масса интересных тем для разговора. Вы удивитесь тому, как хорошо понимаете друг друга. Лев. Терять время напрасно не захочется, вы сделаете много полезного для себя и других. Можно вернуться к тому, что было начато раньше, или взяться за что-то совершенно новое. В любом случае вам будет сопутствовать удача. Неожиданно предложат помощь люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. В таких случаях лучше не отказываться, общие дела пойдут на пользу отношениям. День подойдет для того, чтобы обдумать и обсудить с близкими какие-то крупные покупки, имущественные вопросы. Даже если возникнут какие-то разногласия, удастся быстро найти решение, которое понравится всем. Дева, старайтесь избегать лишних волнений. Эмоциональный фон сегодня может быть напряженным. Подумайте, что могло бы поднять вам настроение. Встречи с друзьями, интересные дела, поездки и прогулки помогут не поддаться мимолетным переживаниям, сохранить оптимизм. В первой половине дня можно сосредоточиться на домашних делах, решить какие-то бытовые проблемы. С этим не возникнет проблем. Позже наступит особенно благоприятное время для творческих занятий, в которых вам охотно помогут друзья. Не исключены и знакомства. Вы будете им очень рады. Весы, постарайтесь ни с кем не ссориться. С точки зрения общения это не самый легкий и приятный день. Придется приложить усилия, чтобы поладить с окружающими, им не всегда будут понятны мотивы ваших поступков. Обсуждение любых важных вопросов стоит отложить до второй половины дня, в это время договориться станет гораздо проще. Можно сосредоточиться на учебе или любых делах, связанных с поиском информации. Вы узнаете много полезного, легко запомните все, что нужно, быстро найдете применение своим знаниям. Скорпион, день будет интересным и насыщенным, если вы начнете его с каких-то полезных дел. Можно сосредоточиться на том, к чему долго не удавалось подступиться, все окажется легче, чем вы ожидали. Полезно будет обсудить с близкими общие планы, быстро станет ясно, как нужно действовать, чтобы все были довольны. На вторую половину дня лучше не планировать ничего особенно утомительного и сложного. Лучше займитесь тем, что вас радует и вдохновляет. Близкий человек охотно составит вам компанию, время пройдет очень приятно.
Стрелец, день будет насыщенным, и едва ли вам удастся сосредоточиться на чем-то одном. Скорее всего, придется заниматься несколькими делами сразу и исправлять ошибки, допущенные другими. Вы отлично справитесь, но это потребует усилий. Сделайте паузу, как только появится такая возможность, отдых вам точно не повредит. Будет возможность сделать какие-то полезные покупки, обзавестись нужными вещами. Вы не станете торопиться с решением финансовых вопросов, и правильно сделаете. Удастся избежать напрасных трат, неоправданных расходов. Козерог, день отлично подойдет для встреч с важными людьми и серьезных разговоров. Можно проводить их в неформальной обстановке, это никак не помешает вам взять верный тон, найти нужные слова и произвести самое благоприятное впечатление. Те, кто прежде вас недооценивал, поймут, как сильно ошибались. Но и для отдыха этот день благоприятен. Будет возможность сменить обстановку, вместе с друзьями посетить какие-то интересные места. Некоторые козероги обнаружат у себя таланты, о которых прежде даже не подозревали. Водолей, сегодня вы многое увидите в новом свете. Появятся интересные идеи, найдутся ответы на вопросы, которые прежде ставили в тупик не только вас. Будет возможность взяться за очень многообещающее дело, успех в нем откроет перед вами новые перспективы. Вероятно, знакомства, с которых начнутся дружеские или романтические отношения. Однако важно не забывать и о текущих делах. Скорее всего, они напомнят о себе во второй половине дня. Отнеситесь к ним серьезно, это позволит избежать досадных ошибок, финансовых потерь и прочих неприятностей. Рыбы, день отлично подойдет для каких-то полезных дел. Вы разберетесь с тем, на что раньше не хватало времени, решите вопросы, давно требовавшие внимания. Будет возможность помочь близким, и вы ее не упустите. Хорошо пройдут семейные мероприятия, отдых в компании родственников поднимет настроение. Вероятны приятные известия издалека. Могут напомнить о себе знакомые, с которыми вы долго не виделись. Общение с ними порадует. Не исключены денежные поступления из неожиданных источников. Скорее всего, речь пойдет о небольших суммах, но они окажутся очень кстати.